я вид Рамбоза. Пришел на концерт группы «Солнце рай». Вот встретил Костяна. Привет, Костян. Привет, Костюха. Расскажи нам вообще, что здесь происходит, что за сейшн? Здесь все происходит. Здесь происходит весь сейшн. Как всегда, как всегда. Здесь все. Понятно, «Солнце рай». Здесь весь «Солнце рай», здесь вся группа «Амплитуда». Здесь весь Тулинов Вадим. Поэт из Челябинска. Тулинов Вадим. А, ты банчу сегодня, да? Да. Ну, нормально. Как первая группа «Амплитуда», она сейчас на нами тоже выступает. А, «Амплитуда» сейчас выступает, да, из Челябинска. Потом из Челябинска приехал Тулинов Вадим, поэт из Челябинска приехал. Только вот недавно, с поезда сняли его недавно. Еле живого сняли с поезда. Приволокли, отвели его, короче, на койку, положили, поспал два часа с поезда. Ну, пьяный был, напился пивом уральским. Костян, это самое. Новые ты вещи будешь сегодня исполнять? Новые вещи буду исполнять. Ну, и сколько новых вещей? Одно. Одно, да. Ну, нормально, но главное, чтобы она ударная. Ну, она вообще, да, ударненькая такая. Ну, как дрель. Ништяк. Значит, дрель. Значит, одна даже может разогреть нормально. Может, она ударная дрель, а может много чего делать. Там перфорация, там есть... Ударная дрель. Там перфорация можно ставить, короче, как отбойным молотком даже пользоваться. Если лопатку нормально поставить, как зубило, грамотно. Ну, мы это знаем, да, ставить все. Друзья, это был Костян Салиев специально для программы «Коррупция».